жизни. Я где-то здесь на берегу сидел и ждал, когда вас там обдувало ветром. Приехали на шлюз. Так, сегодня у нас что? Какое число-то? Сегодня 12 июля 2023 год. Вот мы приехали. Ну-ка, подойди сюда. У нас намного ниже. Надо вот это вот. Дойдешь до сюда, то оттуда идет. И вот здесь вот. О, сколько тины. Обойти эти столбушки и по берегу пройти с тиной и вытащить. И вон где, вот рядом прямо. И на берег. Вытаскиваем вот где, вот рядом. Вот там вот. Вот, нет, вот рядом где. Вот низинка. Брат, положи. Да, вот здесь. Вот, да. Вытягивать здесь будем. Так, идемте отсюда. Да, вот. Палки возьмите. Вот там вместо, да. И вот эту еще. Да, да, да. Подожди, Николай, что ты будешь с ними делать? Вячеслав сказал взять, я взял. Не знаю, что делать. Все, надо знать, для чего брать. Бить по воде, чтобы вода этот. Так, с двух сторон. Да. Кто-то должен идти на той стороне по берегу и колотить вот это. Кто будет? Я могу. Маленький, взрослый должен. Прямо идти по воде, там, где не достают они, чтобы рыба, вот так вот, загонять она, потому что они по самому берегу не могут идти. По берегу? Пойдешь? Пойду, если... Так, с этой стороны обойди туда, вот здесь, по этой вот. Вон где стоит, вот здесь, смотри. Ты вон туда как-то опустись. Тихо, 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 глаз вытнешь, брат. Туда, ты хоть смотри. В сапогах я там сапоги оставлю. С этой стороны кто пойдет? У меня сапоги есть. Давай. Иначе не пройдешь. Там воду. В машине надо было оставить. Ты что? Бегом давай. А ты впереди идешь, ну, на 2 метра хотя бы. И по воде вот так, больше ничего не надо. Слушай, что я говорю. Впереди невода. Да, впереди, чтобы загнать туда. А потом, когда уже сюда подходить будем, кому-то надо залезть, и ребятишки там голые могут внутри. Слышите, нет? Грызешь там этот пояс. Ну-ка иди сюда. Вот сколько не завязывай, ничего не могу. Сатана его поймал на пояс. Хороший пацан. Я завязываю который раз. Зачем ты отвязываешь его? Зачем, говорю, отвязываешь? Грызет стоит. Зачем ты его отвязываешь? Он сам развязался. Нет, никак, ни один не развяжется. Ты без него не можешь. Тут, видимо, лукавый прицепился. Господи помилуй. Третий раз за день развязывают. Еще развяжешь, крапивой отдеру задницу очень плотно. Понял? За каждый узел. По два шлепка. Посчитывай пока. Так. Разуться, раздеться, дети. И вот здесь вот зайдете со взрослыми-то. Ну и взрослые посередки, а вы по краям вот так идите и хлопайте. И они вот когда дойдут в это время, то и вас попросят выйти. И вот сюда мы вытянем все. Не, вот, уходим. На этой стороне кто? Вы с этой идете с нами. А он на той стороне. Паша, я. Туда иди, туда за мной. В начало, по той стороне. По той стороне. Давай. Иди, по той стороне, пошли, вон туда приходи. По воде мы... Сколько человек по воде? Три, два. Я, и он. Направо, вода пошла. Вон. Так, надо другие, чтобы были под наготове. Здесь на месте разрушить, что штаны я ставьте. Мы, да? Ну, так, вон там он. Надо туда отправить сейчас такого человека сильный, правильно, который оттуда потащит. Так, на той стороне сильный, который потащит. Кто потащит? Вот, Олег Бушилов. Олег. Так, вы ему перенесете, кто-то пройдет и перенесет, да, кому-то. Давай с Олегом пойду. Как надеть через плечо или как перейдите. А там сколько человек с той стороны нужно? Ну сколько, один хлопать будет? Два. Один впереди хлопать, а двое нести, двоих туда. Двоих туда, да. На ту сторону двое. А? Второй с ним кто-нибудь. Второй вот, Никита. Вот, Никита. На этой стороне тоже двое тащить будут, один хлопать. Ну остальные смотрите. На этой стороне два сильных. Да. Ну вот Александр. А не вот самый, который держать-то вот так вперед, чтобы двое, вот вы. Угу. Нужно раздуть с собой. Берите невод. Братья, возьмите невод. Вперед, сейчас пока раздеваемся. Вперед я давал. Да, все погрузили. Невод куда? В какую сторону? Туда. Туда. А мы раздеваемся. Сергей, так, а потом это здесь заберемся. Эй, с нами помолись вместе. Господи, благослови и пошли нам рыбу. На молитву. Как ты послал некогда святым апостолам. Боже, слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Можете быть одевши, кто по воде пойдет. Ну, потом выхлопать, здесь же постирать можно и все. Все.
Это самые ценные, которые в воде идут. А вот корень солодки. Смотрите, какая растет. Вот он. Солодка сама. Корень солодки.